что армянская диктатура может продолжать свою политику террора. В апреле Армения совершила еще одно военное преступление на линии соприкосновения, напав на наши мирные деревни. В результате этого 6 гражданских азербайджанских лиц были убиты, среди них один ребенок, и 26 гражданских лиц получили ранения. Сотни наших домов были уничтожены. Азербайджан должен защищать своих граждан. В результате успешного контрнаступления Азербайджан освободил определенные участки территории в трех оккупированных районах Дарах, Изали и Джабраил. И также установил свой национальный флаг на освобожденных территориях. Армянское руководство не должно забывать об этом уроке. В противном случае, в результате следующей армянской провокации, еще более болезненными будут результаты.